такое семья? Это слово, которое понятно всем. Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, родители, близкие родственники. Это любовь и забота, трудности и радости. Однако, к сожалению, имея родителей, не все дети имеют семью. Они вынуждены жить в детских домах, приютах, интернатах. Государственное учреждение образования Ивлевский районный социально-педагогический центр – это специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. Ивлевский СПЦ работает с 2011 года и включает в себя детский социальный приют, рассчитанный на 14 мест, и информационно-правовой отдел. Важными составляющими работы социально-педагогического центра и детского социального приюта являются восстановление детско-родительских отношений, оказание индивидуально ориентированной социально-педагогической, психолого-педагогической, социально-правовой помощи несовершеннолетним и их родителям. При поступлении ребенка в приют первой задачей работников СПЦ является оказание ребенку поддержки в процессе освоения новой жизни. По сути дела, приют заменяет ребенку семью. Поэтому педагогу приходится выполнять как бы двойную функцию – непосредственно свою и родительскую. Перед педагогическим коллективом стоит одновременно ряд задач – создать для ребенка домашнюю обстановку в приюте, установить взаимодоверие с ним, научить соблюдать нормы общежития, направить на путь самоанализа, самовоспитания, при необходимости проводится коррекционная работа. В детском социальном приюте руками наших педагогических работников создана уютная обстановка. В просторной игровой комнате можно посмотреть телевизор, поиграть в различные игры. Воспитатели проводят здесь занятия с детьми, готовят домашние задания. В комнате у дошкольников имеется все необходимое оборудование для организации развивающих игр для детей. Достаточно места и для подвижных игр. Для сна и отдыха оборудованы спальные комнаты для дошкольников, для старших детей – две отдельных комнаты для мальчиков и девочек. Очень важно создать для наших воспитанников условия психологического комфорта. Вся энергия педагогов направлена на то, чтобы побудить детей к той или иной деятельности, вникнуть в мир его интересов, знать прежние условия его жизни. Педагогами созданы условия для того, чтобы дети смогли раскрыть свои творческие способности, показать себя с лучшей стороны, добиться успеха. Для приобретения детьми опыта нравственных отношений необходимо изменить социальный фон. В приюте чистота и порядок. Это в какой-то степени формирует новый стиль отношений. Создана атмосфера терпения, заботы и внимания. Существует распорядок дня, но в то же время ребенок чувствует себя свободным. Он может почитать книгу, пообщаться с кем-либо из сотрудников, побыть с братьями и сестрами, посмотреть телевизор, поиграть. Нет ничего больней на этом свете, нет ничего больней на этом свете, чем встретить взгляд ребенка-сироты.
В его глазах весеннего рассвета вопрос сердечный. «Мамочка, где ты?» Я прячу взгляд. Мне стыдно, горько, жалко. Чем виноват мальчишка 5 лет, его ручонки тянутся к подарку. Вот только милой мамы рядом нет. Прости, малыш, смотрю в твои глазенки, и сердце плачет глубже и больней. Не отнимайте детство у ребенка, не покидайте матери детей. Безумный мир, обиженные дети, куда летишь, куда несешься ты? Вся красота, все золото на свете не стоит и слезинки сироты. Не оставляйте сирот, посмотрите, как радует их ваша доброта. Чужое детство на руки возьмите, не думая, что это сирота.